Наши сердца и дал надежду, мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя, за все, Отец, благодарим и превозносим. Слава тебе, величие, слава тебе, веках и народах, сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и всем, зажег потухшие сердца, ты дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Молиться за нашу державу, молиться за Украину. Каємось, просимо Бога прощення, і Бог почує, і Бог простить нас, грішних людей. Ісус, Он помер за наші гріхи, Він воскрес, Він є живий. Молиться до Бога, кайтесь, Господь почує, дасть відповідь. Це вже заключення, як ви ще заспівати вирішили, так? Тік-ток. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Співай для Ісуса, молись до Ісуса і говори про Ісуса. І вір в Ісуса, і спасешся. Ось так, ходять люди, роздають якісь листівки, щось про Бога говорять. І не соромляться, і не бояться. Невже вони так люблять людей? Люди, вибирайте. Будете дуже-дуже файно пахні. Пахніти буде. А також будете благоуханням Господа Ісуса Христа, якщо покаєтесь. Доки вибирайте шампуні, підходьте, та благословить вас рясно Господь. Всяке за всяке пусте чи гниле слово людина дасть відповідь перед Богом. Друзі, ви тут пишете такі слова, за що будете відповідати перед Богом? Не сумнівайтеся, не сумнівайтеся. За кожне таке гниле слово буде покара. Покарання буде, друзі. Ну, якщо ти покаєшся, Бог тебе простить, якщо ти увіриш в Ісуса Христа. Чи немало людей вірять в Бога? Чи немало людей, які не обзиваються, не говорять поніх слів, не п'ють, не роблять зла? Є. Але вони будуть в пеклі, тому що Ісуса Христа не сповідують. І всяке коварство, і лицемір'я, і завість, і злослов'я, як новорождені младенці, возлюбіть чисте словесне молоко, то есть Слово Боже, дабы от Него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что было Господь. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Дорогая душа, Иисус Христос может помиловать тебя, если ты покаешься и поверишь в Него. Если ты оставишь свой грешный путь, которым ты сегодня идешь в ад, если ты не раскаялся, ты идешь в ад, и твой отец дьявол. Сегодня многие говорят такие слова. Я верю, что Бог есть. И Слово Божие говорит, что бесы веруют и трепещут. Они знают, что будет суд Божий. Но для того, чтобы спасти свою грешную душу, необходимо всякому человеку покаяться и поверить в Господа Иисуса Христа. Слово Божие говорит такие слова. Написаны такие слова. Знает, что не тленным серебром или золотом. Вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов.
но драгоценную кровью креста, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившего последнее время для вас, верующих через него Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы, имея веру, имели веру и упование на Бога. Послушанием истины через Духа очистите души ваши к нелицемерному братолюбию. Любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но не от тленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть или всякая наша телесная храмина, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это Слово, которое вам проповедано. Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос, Он умер за наши с вами грехи. Он умер за твои мои беззакония, дорогая душа. Он умирал на кресте и проливал святую кровь за каждого из нас. Но в третий день Он воскрес, Он есть живой. И Он сегодня своей любовью призывает всех людей покаяться, попросить у Бога прощения, примириться с Богом. Потому что Слово Божие говорит, Бог назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенным им мужем, подав удостоверение всем или свидетельство всем. Он его воскресил из мертвых. Бог Отец воскресил своего Сына и тем самым подтвердил, что жертва была принята им. И сегодня Бог зовет вас, люди дорогие, покайтесь, примиритесь, задумайтесь о вечности. Так было и в часы Ноя, когда Ной строил свой ковчег. Было много людей, которые были безразличны к Слову Божьему, которые были безразличны к праведнику Ноя. Так же и сегодня очень много безразличных людей к Богу. Да, когда тревога, когда уже так зажимает, мы до Бога бежим. Когда нас чуть-чуть отжало, и за Бога забываем. Это оно, наш украинский такой менталитет. Наш вот. Даже у нас есть поговорка, як тревога, так до Бога, тревога прошла, так и Бога не треба. Вы знаете, но нам нужен постійно Бог. Мы все нуждаемся в Боге. Мы все нуждаемся в Боге. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастора, но возвратились ныне к пастору и блестителю душ ваших. Він із Запоріжжя. Вчиться українською. На древо, дабы избавить нас от грехов, чтобы мы жили для праведности. Ранами его вы исцелились. Слово Божие говорит о том, что только Христос может освободить нас от наших грехов, снять вину наших грехов. Не снимет тебя батюшка, никакой священник не может снять, потому что Бог, только Христос может снять. Написано в Слове Божьем, если вы исповедуете Ему, Иисусу Христу, свои грехи, то Он, Иисус Христос, верен и праведен, Запоріжжя – це Україна. Амінь. І Крим – це Україна. Амінь. Да благословит вас Господь. Господи, благослови город Рамни, благослови жителей в городе Рамни. Помилуй нас, помилуй нашу страну, Украину, защити, даруй мира и прости нам все наши грехи. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Амінь. Аминь. Желаю вам милости Божией, и пусть Бог благословит вас. Аминь.
знаходиться в Україні. Місто Ромни, вулична Благовістя. Там сюди. Все, включаємо.